Чтобы дополнительно обезопасить себя в лесу от клещей, беру с собой скотч. Наматываю скотч клейкой стороной вверх на лодыжки и на бедра. Также проклеиваем вверх голенище сапожек. После двухчасовой прогулки по лесу скотч на лодыжках уже не такой липкий. А вот на верхней ловушке застрял один неприятный товарищ. Будьте осторожны, берегите себя.